Югорчанка заплатила за поездку 170 тысяч рублей. Жительница Радужного решила воспользоваться услугами известного сервиса поиска попутчиков и наткнулась на мошенников. 45-летняя югорчанка выбрала поездку Нижневартовск-Радужный. Ей предстояло проехать всего 165 километров. С ней связался водитель и представился как Александр. После этого он предложил оплатить поездку заранее. Женщина перешла по предложенным мошенникам ссылке и попала на фишинговый сайт. После этого с ее счета начали пропадать деньги. Общая сумма составила около 170 тысяч рублей. В окружной полиции рассказали, что такие случаи происходят достаточно часто. С начала года правоохранители зарегистрировали около 50 похожих эпизодов. Мошенникам удалось присвоить более 1 миллиона рублей.